Брам-бам-бам-бам-бам. Трактор, ребятки, трактор вытолкнул его. Отлично, я на тракторе вытолкнул своего соперника прямо в море. И он, ребятушки, утонул. Так, тихо-тихо-тихо. У нас одинаковые трактора. Отлично, он подорвался, ребятки. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, ребятки, с вами, как всегда, Юра. И сегодня мы будем играть в крутую игрушку под названием Drive Ahead. Билли, битва тачек, ребятки. Ну что ж, давайте, собственно, с вами перейдем к состязаниям и посмотрим, что же нас здесь ждет. Так, ребятки, ну что ж, давайте, наверное, выберем, как всегда, в принципе, удар, разбей голову, наверное, противнику, потому что это, пожалуй, самая такая более интересная и перспективная такая задачка для этой игры. Так, ну что ж, ребятки, давайте, поехали. Погнали, битва тачек, вперед! Так, ребятки, разбей противнику голову. О, я на мусоровозе, тихо-тихо, назад нельзя, потому что... Ой, там бомба взорвалась. О, отлично, ребятки, мы ящиком, оказывается, разбили ему голову, вы представляете? Тихо-тихо-тихо, вау! Тихо-тихо, нет, я перевернулся, вай-вай-вай-вай-вай! Да что ж такое-то творится, ребятки? А ну, мусоровоз, покажи, на что ты... Ай, разбил свою голову об ему, об колесо. Так, а ну подождите, ребятки. О, трактор. Ха-ха, трактор это уже помощнее, я бы сказал, ребятки. Давай. Ох, отлично, ребятки. Мы джипик трактором своим все-таки переехали. О, не успел я даже нажать на газ, как он просто меня своим мусоровозом переехал. О, я на тракторе, ребят. О, он упал, а я следом за ним, ребятки, ушел в океан, вы представляете? Ой-ой-ой, назад нельзя, там пила, ребят. Там пила, ой, перевернулся, ну ничего. Погнали, 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 погнали. Бран-бран-бран-бран. Трактор, ребята, ох. Давай, малыш. Сейчас бомба взорвется, нет. Бух, ой, красный победил, ребятки. Все-таки 5 побед против тройной победы надо мной. И он все-таки победил. Так, ну что ж, ребятки, погнали дальше. Вау, отлично. Хо-хо, новое достижение у меня. И я улетел, ребятки, в море. Опять я на тракторе. Ребятки, я опять поломал себе шею. Так, тихо-тихо-тихо. Что-то, ребятки, здесь тракторы и мусоровозы одни. А где же другие-то автомобили? Вау, меня столкнули. А, с меня очко, оказывается, ребятки. Он успел разбить от меня голову при падении. Опять я на мусоровозе. А ну, трактор. Давайте, ребятки, этот трактор. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, он прямо врезался в меня. Никуда не годится. Давай, трактор вперед. Ой, трактор перевернулся, я разбил голову. Давай, поехал. Поехали по новой, по новой, по новой. Вау. Тихо, тихо, тихо. А, я думал, я упаду на него, ребятки. Ну, в принципе, он тоже утопился, но поздно. Тихо, тихо, тихо. Я первый упал, ребятки. Опять, ребяточки, красный победил. Но не стоит, ребятки, отчаиваться, потому что это, ребяточки, все-таки игра, и надо... понимать, что это просто игра. И не надо обижаться. Так, поехали, поехали. Тихо-тихо, там бомбы. Вау! Вот это я улетел, ребятки. Вау! Вот это я летаю. Отлично, ребятки. Все-таки он попал под пилу и его распилило. Газу назад, 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 назад. Вот так, падай, падай, падай. Отлично. Так, как раз я так и планировал. Так, ребятки, оно и получилось. Так, давай газу, газу, убегай от этого джипа, потому что этот джип нас может... в любой момент разорвать. А ну давай, давай, давай. О-о-о-о-о. Да, ребяточки, вот так вот мы его. Синим очко. Я, кажется, синим играю. Да, давай, 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 падай на него. Ой, тихо, 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 тихо. Ух, ребятки, вы видели, что творится-то? Что это за пузыри такие, а? Ребяточки, все-таки красному очко, и я немножко не развернулся, не успел я немножко разбить ему первым голову. Давай, давай, падай на него, как раз. Вау, круто, да, давай, второй, поехал. Давай, трактор, уничтожай его. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой-ой-ой, я перевернулся, ребятки, не рассчитал свои силы и прямо за ним упал. Тихо, что такое-то, а? Что это такое? Давайте его вытолкаем отсюда. Отличненько, ребятки. Синий победил. И это означает, что, ребяточки, что я победил. И в мою пользу, ребятки, сегодняшняя, собственно, игра. Так, ну что ж, погнали, ребятки. Мусоровоз. Давай, давай, заднюю. А ну, падай на него сверху.
О, отлично! Так как раз я и планировал, ребятки. Брам-бам-бам-бам-бам. Трактор, ребятки. Трактор вытолкнул его. Отлично. Я на тракторе вытолкнул своего соперника прямо в море. И он, ребятушки, утонул. Так, тихо-тихо-тихо. У нас одинаковые трактора. Отлично. Он подорвался, ребятки, и ударился об мои колеса. Так, едем дальше. Вау, ребятки. Ну, в этот раз ему очко. В этот раз я ударился, ребятушки, от колеса. Видите, как? Вау, джип. Ай-яй-яй-яй. Я думал, он что-то сможет сделать, но нет. Бабах! Вот это да, давай газу еще раз. Тихо-тихо-тихо, назад. Да что ж ты будешь делать, а? А ну давай газу. Бабах! Круто, ребята, круто. Так, а ну давай заднюю сдавай, Юра. Вот так вот. Вау, вот это я летаю, ребятки. Я на джипике, посмотрите, как я резко летаю. Ох, отлично. Мы прямо ему на шлем попали, дорогие друзья. И тем самым победили. Так, битва тачек. Ну что ж, поехали, ребятушки, дальше. Вау, вау. Тихо. Ох, отлично, ребятушки. Просто супер. Давай, разбей ему. Нет, он на тракторе. Нужно было совсем еще немножко, чтобы разбить ему голову. И таким образом мы бы... Ребятки, внезапная смерть. На кого же эти пилы упадут, как вы думаете? Я думаю, что трактор должен первый пострадать. А, нет, ребятки, он все-таки меня уничтожил. Я думал, он будет ждать, пока пилы опустятся, но он меня уничтожил, ребятки. Вау! Да что ж такое, не могу его уничтожить никак, а? Отлично, ребятки, а, вдвоем улетели. Но все же я, ребяточки, успел ему наехать на голову. Вау, то-хо, вау, что это творится? Меня, ребяточки, просто-напросто убили. Так, давай по новой, отлично. Просто супер, круто. Вау, давай все-таки, вау, классно. Так, следующий, кто у нас, ребяточки? Я нас нечаянно нажал назад, вместо того, чтобы, ребяточки, поехать вперед. Я совсем нечаянно нажал назад. А, вау, вот так вот мусоровоз бьет крылом своим. Отлично, просто супер. Ребятки, автобус наехал, конечно же, на джипа. Я не успел, ребятки, даже среагировать. А ну, теперь джип против... Ой, автобус против трактора, ребятки. Ой-ой-ой, тихо-тихо, трактор, ты чё, а? Ты чё, обалдел? Ай-яй-яй, не успел я. Поздно, ребят. Красный все-таки победил. Давайте еще раз. Вау! Ох, давай. Ай-яй-яй-яй-яй, куда же я полетел? Так, ребятки, давай я заезд. Новый заезд, ребятки. Ну, против маршрутки. Давай. Да что ж ты будешь делать? Внезапная смерть, ребятки. Сверху, я так понял, пилы будут опускаться, да? Отлично! Мы успели, ребятки, выиграть до внезапной смерти. Оставалось совсем немножко. Но мы, ребятки, победили. Давай, газы. Ой, вторая бомба! Бах! Тихо. Что вторая бомба нам даст, ребят? Ай-яй-яй, мы сами, ребятки, подпортили себе репутацию. Таким образом, он упал на нас с самого верху. Но это, ребятки, не то ничья, ребятки, вовремя, представляете? Вовремя мы погибли с ним вдвоем, и оказывается, ничья. Ого, трактор улетел, ничего себе. Он мощный, ребятки, так, улетел непонятно куда, но это понятно. Так, ну что ж, погнали дальше. Давай. Ого, ребятки, у нас, оказывается, ребятки, вот такой вот с ковшом тракторец маленький. Все-таки мощный. Отлично, ребятки, у него оторвалось колесо, и он улетел прямо в море. И таким образом он, ребятушки, конечно же, проиграл. Так, второго, ребятки. Вау, мы вдвоем, только кто первый? Отлично, он первый упал в воду. Оказывается, ребятки, я победил. Так, ребятки, ну что ж, давайте еще разок сыграем. Так, ребятки, последний дуэль. Мы играем с вами, и мы должны обязательно победить. Отлично, круто. Давай, поехали. Вау, джип против трактора. Ну, кто победит? Ай, трактор победил. Так, давай, поехали!
трактор против, ребятки, маленького трактора. Ну давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все-таки, видите, когда крыши нет над головой, очень опасно, ребятки. Можно сразу же, ребятки, потерять голову. Видите, как, в принципе, и в этой игре. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Закрутился я, ребятки. Закрутился и проиграл. Ну ничего, ребятки, не стоит, ребятки, отчаиваться. Видите, ребят, как бывает. Нужно просто следить за тем, что происходит на экране, потому что не всегда можно выиграть. Ну, давайте его затолкаем туда, пускай он, наверное. Ох, ребятки, отлично, мне очко. Ему упала на голову какая-то штука. Ох, отлично, ребятки, мне очко еще одно. Так, давай. Мусоровоз тоже получишь. Давай. Нет, ребятки, он только что должен был поиграть. Отлично, ребятки, 4-4. Кто же выйдет в финал? Кто же выйдет в финал, ребята? Оказывается, он выиграл в финал. Я немножко не рассчитал и упал, дорогие друзья, в море. Но не стоит расстраиваться, ребятки, это же просто игра. Так, ну что ж, дорогие друзья, а на этом мы будем заканчивать этот выпуск, ребятки. Drive Ahead подошел к концу. Битва тачек, ребятки, на этом заканчивается. Если тебе понравилось это видео, поставь палец вверх, подпишись на канал, мой друг. Пока-пока.